на треньке уже. Мне неудобно вас по-другому поставить. Пришлось так положить. Тренер пришел, тот, который маленький. Еще минутка. Потом будем вам показывать упражнения. Во-первых, у меня фильтр макияжа, если вы не разбираетесь. Начнем с этого. В Инстаграме есть фильтр. Можно сделать макияж вот здесь, там, где лицо нарисовано. Так что по поводу макияжа к фильтрам все. Господи, я просто поражаюсь. Некоторые, кто комментирует, в основном дети, подростки, они такие глупые.
вот не чтобы сидеть за учебниками, учиться, там, развиваться. Они безграмотно пишут, безграмотно разговаривают, ничего не делают. Я, блин, в их возрасте уже бегала на танцы, как ошпаренная. До 18 лет вкалывала просто. На спорте была. Мой тренер, будешь меня тренировать? Да, да. А ты любишь сниматься? Он ему нравится, видишь? Ему нравится. Да лень сегодня вообще. Да, тяжело так, бубликов поела. Подожди, мне вчера захотелось Сникерс сожрать в поезде. Я его 3 года не ела, или 2, ну представь. Нет, я просто сижу в поезде, мне резко захотелось Сникерс. Я его реально столько лет не ела, потом смотрю в батончики, 1000 калорий. Думаю, я так сильно его хочу, что... Видите, я всегда честно Оле рассказываю, что я ела из неполезного. Будьте честными не только перед собой, но и перед своим тренером. А куда, в какую сторону? Да. Подожди, ноги тут? Да, ноги у тебя находятся. А, мы поднимаем их, да? А, тебе удобно будет? Да. Или неудобно? 12 раз. Длинненько. Нормально. Еще чуть больше залезь. Лен, чуть. Лена, еще больше залезь. А у меня колени. Колени чуть-чуть должны свисать. Вот так? Да. Все? Да, давай. Стоп, не резко, очень плавно, опускай вообще на 3 счета. Давай. Больше сгибания. Выдох на подъеме, больше сгибай, больше до таза дотягивай, вес не бросай. Лен, больше сгибай. Вот, и плавно, плавно опускаешь. Еще плавнее. Да. Теперь ноги ниже опускай. Ниже ноги, да, все. Лен, смотри, опускаешь максимально низко, пока мышцы у тебя напряжены. То есть ты не бросаешь вес, чтобы он эти весы не стучал об опору, поняла? Во, молодец. Давай еще 2 раза. Давай, ну там были неудачные. Хорошо, еще раз. Да, все. Вставай, отдыхаешь? Так, ты держи, я возьму таймер. Да. Да, конечно. Короче, что-то мне сегодня вообще как-то оно так все идет. Фитнес-цех называются. Фирменные, видите, такие штучки у них. Я за тобой иду? Нет? Маленький. Спортстайл. Потяжелее берите, потяжелее, чтоб нам не досталось. Все, я отдохнула. Нет, еще время. Ой, а ты куколка, такой сладкий. Мужик. Боже, Оля и таймер, и ребенок, и мой телефон в руках. Сколько подходов? 4. Thank you.
Не бросай. Еще два. И еще раз. Все, отдыхаешь. Чувствуешь? На задняя поверхность. На икры. Расслабляй носки, на себя не натягивай. Носки я тяну, да. Не натягивай. Икры очень чувствую. Да, но они параллельно включаются, расслабляешь. И живот болит от бубликов. Штучек 6-7. Малятку. Наверное, не знаю. Ну, где-то так. Ну, я после тоже ем. Я думала, буду спать, а я ем. У меня аппетит просыпается. А что есть дома? Ну, я знаю. Я стараюсь этот коктейль фитобаланс выпить. 60 с чем-то калорий. А углеводов я не помню. Я тебе скажу. А что сделать? Мы можем вот эту штучку тоже разогнать спортом? Ну, видишь, у меня горбик такой. Поехали. Ой. А подожди, я ж это... Третий. А? Третий. 12. Подход третий. А, подход третий. Лен, плавнее, без рывков. Плавно опустила, плавно назад, без рывков. И чуть выше поднимись, колени сильно висят. Чуть выше. Да. Больше доводи до ягодиц. Давай, 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 два раза. Еще раз, давай, давай. Все, молодец, отдыхаешь. Полежать можно? Нет, животик болит. Не ешьте бублики перед тренировкой, как это сделала я. Котики, все, буду записывать для вас влог нашей тренировки, чтобы вы, если что, могли повторить. Люблю, целую, сохраняю видео. Надеюсь, вам было весело.